врач сборной России по фигурному катанию Филипп Швецкий рассказал, с какими тренерами ему легче работать, и объяснил секрет успеха Этери Тутберидзе. Все великие тренеры, в том числе и женщины, диктаторы. Но тренеры женщины в фигурном катании еще и мамы, хранительницы спортивного очага. Это их семья, и они сохраняют эту семью. Такой вот теплый матриархат. В чем секрет Этери Тутберидзе? Секрет в том, что она великий тренер. К Этери Георгиевне отношусь с огромным уважением. Она живет работой. Волшебным образом поверяет алгебры элементов ультраси, гармонию, танца на льду. Но в нашей федерации фигурного катания все женщины-тренеры уникальны. Об этом говорят результаты их подопечных. И я ко всем отношусь с большой теплотой, рассказал Швецкий.